Алло, пацаны. Гадано, не гадано, грузчик найден со всей своей бандой. И вы не представляете, как вы думаете, где грузчик в такое трудное время для него, когда он должен 80 тысяч рублей, торчит? А? Не знаете? А я вам скажу, где. В бильярде этот хуесос сидит в данный момент, шары катает. Вот он, кстати. Вот. А это он? Да. В белый. Уебан, блядь. Уебан, сука. Хуесос, блядь. Вот оно, то самое ебало. Разбившие, блядь, сорок печаны. Ветер, руки мерзнут. Этого я не знаю, можно к ним зайти, пацаны? Он. 100%. Это не он. Нет, это не он. Бля, их там дохуя по факту. Там человек 7, наверное. Вот. Катает, значит, шары. А, на его бы месте любой нормальный человек бы, блядь, устроился бы на работу, работал бы, так ведь. А он берет с друзьяшками, там, с тем типом, который мне дал в подых в тот злоебучий день. Все, собственно, там сидят, тусят. Хе. Вот. Ну что ж, пойдем к ним? Пойдем к ним? Пойдем. Пиздишь. Сейчас хляб кинул, Савкин сейчас перезвонит. Чтобы задвизил, то будет, блядь. Плюсы были. Так, блядь, они, если поднимут руку, блядь, особенно грузчик, он как этот... Хуесос идет. Так и так там. Бля, там какие-то вообще ноунеймы. Господи. Ты его видел вообще, реально? Да, это он 100%. 100%. Он. Запомните это ебло, пацаны. Да, увидите эту бородку офицерскую, блядь, бить. Разыскивается, блядь. Вантит. Вот так вот. Это он, да? Да. Вантит, блядь. Ублюдок, сука. Пойдем? Блять, их там, я говорю, еще дохуя человек. Сейчас подъедут люди, подожди. Халяв кинулся. Ну что ж. Че, пойдем? Идем к грузчику. Идем к нашему доброму грузчику, блять. Идем. Правонарушитель ебаный, блять. Что-то уже достану. Ты не понял. Ты видишь? Да. Что ты скажешь, что видишь? Где 80 тысяч? Это дофига. Алло. Алло, да. Все, мы вот поднялись, поднимаемся. Ну, давай. Вот, в боулинге. Сейчас ты сам перезвони. А что, это жим-жим? Очко жим-жим говорит. Давай. Ты мука и бабу хочешь. Да, тёлки охуенные тут ходят, блядь. Кто позвонил? Пройди мимо, просто спроси. Кто позвонил еще? Алло. Кто позвонил? Да. Алло, да, подъезжайте. Ну хорошо, ладно. Давай, сейчас. Боулинг. Подъезжайте, давайте, мы здесь ждем. Идем. А? Ребята, подъедут, Артем подъедет. Ну что? Ты очкуешь? Трясет, ты тебя смотри. А? Тебя трясет.
Да я, блядь, боюсь сорваться, нахуй, ебало ему, блядь. А что ты сорвешь, ты дурак, что ли? А? Дурак, да ты просто спокойно поговори. Жертва за стеной стоит? Да, жертва, кстати, за стеной, пацаны. Вот она, вот она. Блядь, они камеры разобьют. Давай я буду лежать. Ну чё? Буду тебя снимать, кто будет пиздить. Да? Да не буду тебя пиздить, я говорю, что да, ты уверен? На, держи. Ты уверен? А ты, если это не он? Это он. Сейчас тебе камера опять разобьет. Ну я хуй, сейчас она держится, хотя бы не держался вообще, да? Горучик. Бля, ты не все открыл, слышишь? Блять, я хочу... Спокойно веди себя, алё. Тебе как, вот так делаешь, что ли, блядь? А? Знаешь, типа, с питбоксом. Давай, спокойно, спокойно, Кирилл. Может, подожди, кто тебе? И сколько мы здесь ждать его будем? Я не знаю. Ты сердце? А что ты сорвешься, ты дурак? Просто есть спокойно спроси, ну что, почему, ну как ты хотел, ты не слышишь? А? Почему не работаем? Спроси его. И все, бля, а что он скажет, что ты делаешь? Я просто, ребята, просто хочу. Он сидит тут. Еще не попал задницы. И будет качалку походить. Да, Кирилл? Ну что, все, давай, соберись. Ты что покраснел, блядь? А? Ты что покраснел? Сука. Я покраснел, ты? Ты пиздец. Вон, смотри. Это я на жопу смотрел, то есть. Я просто на жопу смотрел. Ну, такие дела. Долго блять, они сагрятся. С чего ты взял? Я уверен. У тебя 13 минут, Кирилл. Я знаю, они сагрятся. Давай я здесь... Пройди мимо, посмотри, может, это реально не он, блядь. Посмотри, что ты в голову, если ты увидишь, нет? Это он, блядь, и меня вообще за кого держит? Ты меня за кого держишь? За руками не держи, да? Да. Но я держу камеру знатно, я хуй будет держать. Да? Очень бьет, хуй будет держать. Да, попробуй. Давай я на держи, сейчас с ним поговорю. Да нет, подожди. Где 83? Где в каком? В каком тебе? В моем каком? В таком. В каком? Пойдем. В моем? А ты знаешь, что мне 80 тысяч? Взял и просто испепелил. Попробуй у меня забери. А ты ни при чем, дружище. Вот Патрик. Зачем камеру убирать? Ну, я интернет-звезда, извини так, меня. Я должен снимать. У всегда. Него хочешь, у меня не можешь. А, Патрик? В чем тогда косяк? Ты что, хочешь вот на камеру еще? Ты тронешь, блядь? Будет камеру, пиздец. Убери, ты что, хочешь на камеру, что ли? Еще хочешь, чтобы вообще посадили, что ли? Патрик, почему? А зачем ты это делаешь? Зачем ты его провоцируешь? Я провоцирую его, это он меня провоцирует, он даже ни копейки не отдал, ни копейки. Я тебя спрашиваю. Ты можешь понять, он ни копейки, он просто взял, пускай он придет по Станкину и разобьет камеры первому, второму каналу. Посмотрим, что с ним будет. Патрик. Хочешь спокойно? Пошли спокойно. Нет, зачем? Да, Кирюх, пошли спокойно поговорим. Камеру разобьешь? Девушки курят. Камеру разобьешь? Девушки курят. Ну, давай. Какая разница, вещдок? Вот ты. Мало ли сейчас будет. Камеру удалика снимает. Нет, Павел, есть видео, можешь сразу удалить. Оно там и не будет, не ссы. Это касается моих фанов, которые следят за моим творчеством. Кто еще последний? Ты из кого, да? Это угроза, ты не обещал. Ты обещал, но Евгений. Ты даже не отдал. Копейки не отдал, Павел. Да успокойся ты. Ты их проблема. Два года, можно спокойно сейчас зайти в кем-нибудь.
У них стрелец. Я хотел сказать, кто сейчас последний? И не надо решать, это через какое-то непонятное дело. Я тебе обещаю, что отдал. Я твоей маме обещал. То есть ты за него обещал? Не пойми вот это все. Зачем ты вообще напал? Ты знаешь, где? Ты приходил. Зачем вот это все делать? Ты сам понимаешь, что это тебе не надо. Надо, потому что, блин. Ну снимай тогда и смотри. Патрик, просто сам понимаешь, что. Я знаю. Хотя бы не знаю, по рублей 100 отдавал. Я с тобой поговорил, я тебе обещаю. Ну вот условка у тебя когда кончается? Кончается она? Нет, услов не можешь услов. У тебя нет услов? Тебе дали классов. Мне дали за тебя. Ну, дали, то есть условка, или что? Срок, снимай. Ты скажешь, типа, ты типа сидел, что ли? Давай потом с тобой. Это не надо. Нет, это надо. Надо, Патрик. Алло, Леха, подъедете? Я слежу. Ладно, давай, мы с тобой поговорили. Поговорим. По-хорошему. Я тебе объяснил. Я понял, давай. А как тебя найти? Телефон у тебя... Выходи тогда, выходи, куда подходите? Завязывают с этим своим видео. Куда подходить? Это мой хлеб. И мы... Это мой хлеб. Это вот это ты на мне зарабатываешь? Я зарабатываю на тебе почти ноль. Да? Давай, подходи. Ты где находишься? На Победе? А вот камера 80 тысяч. Я тебе отдам. Я обещал. И маме твоей обещал. На, обещай, обещай на камеру снято. Мы не с тобой разговариваем. С ним, но все равно снято. Давай. Вот так. Окей, окей. Ну, в ближайшее время когда? Я тебе скажу. Как ты меня найдешь тогда? Алло, Лёх, короче, слышишь? Давай, подходи, короче, давай к звездному, ко входу главному. Давай, подходи там, по пивасу. По пивасу там выпьем, давай. Ну, к звездному подходи, к главному ходу, и все там. А, тебе я не писал? А, ну мы у боулинга, а ты где сидишь? Ну, что-то не припомню. А, возвращайся к боулингу. Зачем же ты искал парк? Тогда у Зари жди. Ну я ж тебя не обидел. Я тебя понял, ладно, а что делать? Где, куда подходить-то? Гараж? Давай, мы подойдем сейчас. Давай, сейчас подойдем, Лёх. Не понимаю, почему я... Ну, потому что Патрика не просто так найти, дружище. А, то есть есть. Пойдем. Снято. Все снято. Смотри, не сорвался, молодец. Было сложно, пацаны. Да, я... Было сложно, очень сложно, ей-богу. Но если бы я бы стапался с ним, получилось бы так, что все на меня бы навалились, наверное, да? Ну, конечно, он бы тебе сам поебал. Ну, это, в принципе, да, он такой жилистый. Вот. Ну, обещали на камеру снято тогда. Да, обещание снято, пацаны. А, в принципе, ну, бля, согласись, когда, блядь, не пьянчуга... Он трезвый вообще нормально. Да, он более-менее. Мне мать тоже сказала, я думал, она... Да подожди, сейчас я тут расскажу. Я думал, что она, в общем-то, это, преувеличивает его способности в трезвом состоянии. Оказалось, совсем не так. Вот, ну что ж, с грузчиком пока покончено, ладно. До какого числа будем ждать? Да, тогда, ну, пока мы не знаем, где он тусит. Да вообще желательно посадить он тусит вообще. Чтобы навещать его, что ли? Любое число. Ну, давай до следующего месяца, 15-го. Уже, блядь, большой срок дадим. Да. А там навестим его снова. Вот. Ты горючий. Почему не? Ну, ты тебя трясло, пиздец. Ебать, и начал говорить, аж нас по рукам видно, блядь, было. Какой алкоголик. Да, пиздец. Ну, короче, пацаны, войдите в мое положение, благо, да, никто не сорвался из нас, никто из его братвы не сорвался. За исключением одного, который попытался потроллить у меня в кармане. Он думал, что я ему... А я его сразу снял, он такой, ты чё, сука? Он подумал, что я к нему в карман полезу, нахуя мне, блин, его, это, штанишки там, не знаю, его, эти, копейки, которых там, кстати, ты, нет. Ты бы поумнее, ты бы сказал, по чужим карманам лазить нельзя, так в аэропорте, правила в аэропорте. Уже багаж нельзя трогать. У меня акцент был только вот на одного человека, который был в белом свитере. И все. Вот, пацаны, короче, будем ждать вот весной, собственно, когда у всех течка будет. Попытаемся что-нибудь
сделать еще. Вот. В принципе, можно. Можно на Патрике зарабатывать, да, на грузчике. Пускай стримит за меня, слушай, я. Ладно, в общем, все, Албибек Визмощадка, все-таки я набрался не храбрости, а просто взял себя в руки и пошел в это Котлово. Это, как, так сказать, котел Нацгвардии был для меня. Все, Албибек Визмощадка. Вот, пацаны, еще кое-что. На самом-то деле, блин, реально, все пиздатые мысли приходят только в конце, когда все проходит, и ты такой идешь по улице и думаешь, блин, вот когда грузчик, собственно, я его буду называть грузчиком до тех пор, пока он не отдаст. Ты будешь так? Его называть грузчиком, пока ты от него далеко. Да нет, нет. Ну там ты его платишь. Блин, ну, может быть, эта кличка, извини меня, ему досталась это не по его воле, а просто так, типа, знаешь, он как-нибудь сделал, как... Медуза, Патрик. И все, пошло-поехал. Так вот, пацаны. На самом деле он, наверное, врет, обманывает насчет того, что он типа не работает, потому что у него семья, он ее как-то содержит ведь. Так ведь, Ярослав? Ну да. Не будет ведь ли, не будет ведь он жить на ЗП своей жены. Вот. И тому подобное. Это, короче, полный бред, но я ему не сказал, почему... Блин, опять же, там друзья. Ну, гаража. Опять же, там друзья, смотрите, там... вот эти вот друзья, они 100% могут его устроить. Да даже вообще на изи-бризи можно устроиться на работу неофициально. Это всем давно известно, всем, всем и всем. Вот, поэтому он работает, но работает неофициально, поэтому он так и сказал, типа, я работаю, не работаю, вот. Вот, такие дела. Ну ладно, чё, пофиг, возможно, камера решила этот вопрос, брутальности, потому что не было бы камеры, возможно, могло бы произойти все иначе, там, не знаю, мордобой какой-нибудь, типа, камеры нет, потом ты никак не докажешь. Считайте, Ярослава вывезли бы, закопали где-нибудь, потому что он как свидетель идет. А меня полиция бы не стала слушать, потому что типа, ой, какой-то видеоблогер, ну и что? Я не видеоблогер, я, если и видеоблогер, то топ-видеоблогер и топ-геймер. Такие дела. Не грамма ЧСВ, Албибек Визмощадка сидеть.